Сейчас мы покажем физический опыт, который демонстрирует уникальное явление под высоковольтной линией. Начнем с ламп дневного света. Во, круть, давай! Вообще класс! Так ярко, давай! Забавно, но лампы светятся прямо в руках, без проводов. Весь секрет в электрическом поле, которое наводится высоковольтной линией. Но здесь светятся не только лампы. Ох ты ж! Трава, касаясь ног, щипается и искрится. Больно? Да. Стой, я сейчас помогу. Электрический потенциал накапливается на любых предметах, расположенных под высоковольтной линией. К примеру, из этого велосипеда тоже вылетают искры. А если прикоснуться к рулю, то почувствуешь ни с чем не сравнимое ощущение. Я пальцем могу пускать маленькие дужки прямо в велосипед. Прикольный звук и прикольное чувство. Тут проскакивает такая малюсенькая дуга. Тут и между людьми накапливается немаленький такой заряд. От простого прикосновения может ударить током. И проскочат искры. Кстати, этот эффект наблюдается не под каждой высоковольткой, а в основном под теми, у которых провода потрескивают и висят не сильно высоко. Эксперименты под высоковольткой. Это поганый, да? Саш, смотри, Никит. Опыты под высоковольткой – это не только забавные явления и развлечения. Благодаря этим экспериментам я придумал полезное применение наведенным током. В следующем ролике я покажу, как зарядить телефон под высоковольтной линией, беспроводным способом. А какие ты знаешь приколы под линиями электропередач? Пиши в комментариях и не пропусти новые выпуски.